Машка, познавашка. Всем привет! Мы с вами приехали в один очень красивый городок. Это блочный город. И здесь все вокруг сделано из маленьких квадратных блоков. И это так необычно! Впрочем, скоро сами увидите. Так, впереди остановка. Автомобильный завод. А это значит, что сейчас мы с вами будем рассматривать блочную технику. И первым делом мы посмотрим на городской транспорт. Ух ты, какие они красивые! Раньше я таких никогда не видела! Кроме того, что красивые, они еще и очень быстрые. Это точно! Их ловкости можно позавидовать! Но это еще не все. Впереди нас ждут еще одни машинки. Вот это да! Такой техники я не встречала! Это еще одни невероятно быстрые машинки. Надо же! Какая ловкость! Ай-ай! Все в порядке, умняшка. Они очень маневренные. Это точно! У меня от их маневров аж голова закружилась. Тогда побыстрее в автобус. Фух, здесь уже поспокойнее. До сих пор не могу понять, что это было. Умняшка, мы с тобой смотрели самую быструю технику этого города. Все, с меня хватит! Поехали в другое место! Тут недалеко находится полицейский участок. Может, туда? Ха, это интересно! Тогда вперед, пока не проехали! Ого, какой красивый полицейский автомобиль! Эта машинка сейчас на дежурстве, и у нее очень важное задание. Ну да, я вижу! Она должна довести непослушного дядю в полицейский участок! И она с удовольствием это делает. Интересно, а что еще у нее по плану? Эта машинка сегодня дежурная и будет следить за порядком в городе. Хм, она что, день и ночь должна работать? Да, умняшка, это и называется дежурство. А что потом? А с самого утра она передаст дежурство какой-то другой полицейской машинке, и та приступит к работе. Ага, ну вот теперь все ясно. С полицейскими машинками мы разобрались. И что ты предлагаешь? Думаю, можно продолжить нашу экскурсию. Впереди еще одно интересное местечко. Посмотрим, что же это может быть. Сейчас мы увидим машинки, которые делают этот город чистым-пречистым. А вот и остановка. Выходим? Да, выходим. Нам пора. Кажется, я знаю, о каких машинках ты говоришь. Да, все верно. Это мусоровозы. Машинки, которые всегда следят за порядком. И как мы видим, у них это отлично получается. Каждый день они выезжают на улицы города и забирают накопившийся мусор. И это все для того, чтобы город блестел чистотой. Этим машинкам очень нравится их работа, и выполняют они ее на отлично. А вот скажи, умняшка, что ты любишь больше всего? Как это что? Путешествия! Да помню, помню. И справляешься ты с ними очень хорошо. Ну что ж, тогда вперед! Навстречу приключениям! До скорых встреч, ребята!